О, бомжи пидорасы. Че прячешься-то? Ну, всех давно сняли, бомжей пидорасов-то. А вот это вот маленький гейтон передвижной. Ну что, я скажу? Давай. Слышно, наверное, поближе подойти. Друзья, земляки, сейчас наш земляк Константин Фокин героически залез на наш кунцевский дуб в знак протеста против беспредела, который происходит в нашем районе. За мной украденная фашистами земля. Фашисты пришли на нашу землю, чтобы отнять наши деревья, чтобы отнять наш воздух, чтобы отнять вообще наше Кунцево. Но мы не сдадимся, мы будем биться до конца. Кунцево, фашисты остановились, и мы остановим их, как и 75 лет назад. Какой позор, вот посмотрите. Наш экипаж из нашего УВД стоит здесь с 7 утра. Зал. А. С УВД ЗАО. Что происходит на районе? Где-то грабят кого-то, где-то убивают. А полиция охраняет от граждан их собственность, их землю. К чему мы пришли? Позор. Позор и стыд. Обязательно поддержите нас. Придите завтра, придите послезавтра. Потому что это наша родина. Если мы не будем биться за нашу родину, то мы вообще потеряемся как люди. Мы потеряемся вообще как граждане. У меня нет слов. У меня одна сплошная боль от того, что происходит здесь. Друзья, мы народ или мы стадо потерпевших? В конце концов, пора заявить о своих правах. Пора биться за них. Или иначе нас просто втопчут в грязь и вытрут об нас ноги. Наша земля, наши правила.